Районный смотр конкурс собрал около 250 человек. Это старшеклассники, юнармейцы, ветераны, участники локальных войн, представители администрации города Сочи, военнослужащие. Смотр конкурс – ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Активно офицеры, очень с большим и энтузиазмом, не то что и желанием, откликнулись на совместное предоставление материальной базы. Своих офицеров полностью подключили к обучению, также ребят показали им образцы современной действующей военной техники, как происходит служба, быт солдата рядового сегодня в наших действующих частях. В программе не только военно-строевая подготовка, но и конкурс для девушек «Спаси солдата», перевязка так называемого раненого, разборка и сборка оружия, а также выполнение домашнего задания, демонстрация номера художественной самодеятельности. Победителей городского смотра конкурса назовут 27 февраля. Самой яркой точкой, пожалуй, является основной урок мужества, который будет проходить в Зимнем театре. А перед этим мероприятием пройдет финал городского конкурса смотра строя и песни, который показывает...